Сегодня в знаковом для нашей страны месте, на площади государственного флага, который является символом суверенитета и независимости нашей страны, мы стали участниками приведения присяги на верность Республике Беларусь и ее народу молодых сотрудников органов внутренних дел. Присягу на верность стране дают не все. Это служивые люди. В основе ее такие понятия, как защита государства, общества и личности, защищать конституционный строй каждого человека в этой стране, независимость и суверенитет нашей страны. Еще раз вам спасибо, поздравляю всех причастных к этому нашему празднику.